Красота. 9 вечера. У вас матка выводная пасека, Иван Фабро. Я тут увидел одного пацана. Его же нереально выловить. Поздоровайся хоть. Привет. Его нереально выловить. Он или бородатый в Фейсбуке что-то постит, или же что-то у него там все хорошо. Постоянно хвастается что-то. Сейчас 9 вечера, тебе как надают. Рекламу тебе сделаю. Ну, мне? Не тебе, а себе. Не, давай мне рекламу. Не, тебе, себе. Тебя и так все не, знают. Давай себе. Вот давай. Все говорят о выводе маток, о матководстве, обо всем этом. Угу. Вот смотри. А плотно, слышишь, пчелы сидят. Вот у меня этот тачок, я его называю пакетно-матковыводной тачок. Вот, кстати, пластиковая вощина. Видишь? Угу. Третья. И пакетно-матковыводной тачок. Хлопцы, карника, она взлетает. Да не. А то, ну, фишка Фадеева же надо проверить, чтобы все постучали там. Та-та-та. О, смотри, он жалил тебя. О, жало. Жало стоп. Что я хотел сказать? Качество матки. Вот кто бы что ни говорил, конечно, это очень затратно, очень много. Хлопцы, если что, я буду бежать, потому что у меня перегар. Я трошки выпил, Ивана. Это пластиковая овощина, смотри. Угу. О, матка. Бакфаст. Не, это карника. Нас будет я подшутить над тобой. Ладно. Короче, что я хотел сказать. О качестве матки. Что... Классные, качественные матки в шестирамочниках. Не, ну, плотники, шестирамочник. Очень хорошо перезимовывает. Должен перезимовать хорошо. А вот есть трехрамочник. А ты много сетки используешь? В смысле? Ну, сетку такую на многих используешь? Вот есть трехрамочники, видишь? Тут надо забирать мед. А у тебя... А я не делаю это, как ты. Ну, а я делаю, как и я. А делаю. У меня просто вот такая ПВХ-шная перегородка, и сверху лежит брусочек. Ну, все, сверху. Ну, я люблю так. Тут надо забрать мед. Тут сто пудов надо отобрать мед. Тут так. То есть по три рамки. Вывод маток. На стандартную рамку. Красиво, конечно. Природа. Дубочек рядом. Ты ж поилку перекрой. Чтобы ночью не капал. Не, пускай. Свежая водичка. А ты тем самым шестирамочники красил ПФ? Да, ПФ 115. Использовал зебра. А вот это улей, которым уже по второй сезон. Угу. С пули как красил. Вот видишь, где тонким слоем чуть-чуть постиралась краска. Ну, у меня тоже так. Ну, тем не менее. Есть улей, которым по три года, три сезона. А ты в разобранном виде красишь или нет, собранном? Нет, собранном. Ну, я пуликом еще не пробовал. Это свежие, вот видишь. А ты воды эмульсионка не пробовал? Шестирамочник, видишь? Угу. А ну расскажи за сетку за эту. За сетку? А что расскажу за сетку? Ну, прополис уже есть? А это секрет фирмы. Да ладно, расскажи. А ты так... Да. Не, это секрет фирмы. Ну расскажи, я видел там, ты в Фейсбуке постил, что вот я в Парк Плюс купил сетку. Нет, в Парк Плюс у меня сетка лежит на семьях. На обычных семьях, на десятирамочных. На шестирамочниках я использую москитную сетку, москитную, обычную строительную сетку, которая... Вполне... то есть это не та, которую ты купил в Парк Плюс, да? Нет, ну на шестирамочках Парк Плюс нет, на шестирамочках у меня обычная сетка. Ага. Допустим, раз мы уже сюда к концу пришли, вот можем открыть несколько семей. Видишь, оно... О! Тут вот реально видно, что тут есть прополис и есть воск. Ну, тем не менее. Ты потом в морозилочку это все. Да, в морозилочку сворачиваю. Через холодную воду воск плывет, прополис вниз упадет. Подожди, а ну расскажи. В морозилку ложим. Все очень просто. Вот эта сетка сворачивается, ложится в морозилку. Угу. Потом разворачивается и все это выпадает.
когда оно холодное. Прополис. Потом в холодную воду ведро все это скидываешь. Прополис падает вниз, крошка, а воск всплывает вверх. И получается чистый прополис. Вроде бы немного, но вот здесь 200 штук. Ну, больше, чем 200 штук на тачке. Угу. В каждом по 10 грамм, по 20 грамм, по 30 грамм прополиса. Где-то больше, где-то меньше. Ну, на 100 штуках 30 грамм, это уже сам посчитай сколько. Это шестирамочники у меня. Видишь, слетели. Да, уже начало 10-го, ты до них лезешь. А это ты поставки, у тебя просто блоки, да? Да, стой. Блок. Видишь, тут прям не открой. Значит, тут прополис, вот прополисует, вот видно, рядами, видишь? Угу. Там вот пятна. Вот у меня в основном рядами. Ну, это зависит от пчел, от семьи, от особенностей семьи. Есть семьи, где прополиса много, угу. Воска нет, где наоборот один воск. Тут пленочка у меня. Угу. Есть семьи, где вообще не хотят прополисовать. То есть, ну это как, знаешь, есть люди, одни работают, одни отдыхают. Не, ну подожди. При равных условиях все же карника. Правильно? Смотри, тут прополис вот идет, вот видно. Ну, не знаю, сейчас видно или нет. Да, видно. Тут воска практически нет. Прополис вот чуть-чуть. То есть в осень, чем ближе к осени, тут прополиса будет запрополисованная вся сетка. То есть ты склоняешься к мнению, что даже при одной породе могут семьи одна прополисовать, а вторая нет, да? Вот даже семьи вот дочки, тут по сути дочки все, да. Ну, сестры, да. Матки, сестры. Ну, одна может прополисовать, потому что, ну, это зависит от трутового фона еще и так дальше. Ну, тем не менее, одна семья, вот две рядом стоят, сестры, одна будет прополисная, а другая прополиса не будет. Ну, опять же, все зависит, вот смотри, тут один воск. Тут прополиса. У тебя такие жирные шестирамочники. Пакеты. Дай бог, чтоб. Это пакеты в зиму. Ну, отводочки в зиму. В этом году пакеты продавал? Ну, конечно. Тут приезжали люди. У тебя все шестирамочники работают на пакеты? Нет. Ну, они все работают. Это пакет на мотовыводной тачок. Это и пакеты. Ты можешь сейчас загрузить на высадку. Ага. Шестером. И увезти на Харьков, допустим. То есть и пакеты, и матки я здесь делаю. Вот стоит ряд, это пакет. Вот ряд пакет. Uh-huh. А вот здесь стоит ряд. Или тот, или вот рядом. Здесь матки. А, то есть через ряд? Ну, через ряд, пополам, конечно. Пополам, да. Ну, я могу матку и там забрать, и здесь. Там забрать матку. То есть пакет на мотовыводной тачок. Да, место у тебя классное. Липа тут и... Да, он липа. Крашка. Ага. Липка и... И акации вот мы посадили. Если правильно, глидачия или как она вот, видишь. Из 50 деревьев принялось все, кроме... А ты вот такие сразу высокие? Потому что я заказывал... Да. Не, вот это посажены весной, вот это все деревья. Вот они, смотрели. А они какими? Высокими были или вот нет? Вот такие они и были. Оно же видно, где... Потому что мне прислали глыдычию, она, ну, наверное, процентов... Не, я в прошлом... зависит, какую копали. Мы копали, вернее, это Славик, брат мой. Вот он, смотри, какое дерево. Да. Он такое выкопал. И такое прикопал. Вот. А, то есть это здесь местная гладыча? Ну да, да. Я заказывал, не, покупал. Это вот это смотри, дерево какое. Это такое выкопанное было и такое посаженное. И вот оно принято все. Из 50 деревьев посажено, тут не принялось только 3. Я впервые у Егошина видел такое взрослое дерево. Никогда в жизни столько не видел пчел на дереве, чтоб... Хорошо. А на шестирамочнике ты не пробовал, кстати, вот... Я у тебя все хотел спросить, целый вечер забыл. Не пробовал ли ты шестирамочника собирать пыльцу? Если пробовал. Сделать с него донные пыльцесборники. Ну, есть у меня донные пыльцесборники. Пробовал, но ее не так-то много. И, в принципе, это надо донные пыльцесборники специально. Если это шестирамочник, непосредственно вот шестирамочник, угу. То он будет собирать пыльцу и не меньше, чем семья, там, ну, если угу, это сильный, угу, нормальный. Угу. И они собирают, у меня есть турецкие донные, благодаря Денису Фадееву, он там мне презентовал бы турецкие донья, именно на шестирамочнике, они собирают нормально.
Кто тебе запрещает забрать матку, если тут хорошо пчелыны битком, ну допустим, да? Сделать с него прививочную рамку, поставить и получить маточное молочко, ну, стартер, или... что я и делал, допустим. И все зависит от силы семьи, от шестерамочник. Ну да, если шестерамочник битком. Сильный, например, вот смотри, ну реально все есть, меда да. есть, тут надо мед. Тут, во-первых, я с него беру минимум одну рамку, а так 2-3 рамки меда с этого. То есть я вывожу маток, я могу получить пакет с него, я еще и мед беру, еще и прополис, какие-то 10 грамм, 20-30. Ну то есть вполне реально взять из шестерамочника, выдернуть плодную матку, сделать с него стартер и... Да, ну я тебе скажу больше, когда мне клиент заказывает, есть клиенты местные, которые заказывают маточное молочко, мне, чтобы не делать там семью, расформировать или еще что-то, у меня отбор маток идет каждую неделю. Я забираю матку, ну, отправляю клиенту, сюда даю прививочную рамку в мисочках на маточное молочко, там 15-20 штук, и они все это тянут, и все, и клиенту есть 15-20 маточников, полно залитым, ну, не полно залитым, а хорошо залитым маточным молочком, почему бы нет. О, 212-й, значит, здесь на точке больше 200? Тут... Больше 200 штук шестирамочников. Угу. Именно, ну, именно если брать 1, 2, 3 штуки, то, ну, я имею в виду, вот, больше 200 штук стоит. Вот я когда... Но если быть точным, здесь 10 рядов через ряд, в одном ряде 11, в одном ряде 10, в одном ряде 11, в одном 10. Ну, получается там сколько? 208 штук, если быть точным. Ну... Сетка не под напряжением? Под напряжением. Но если быть честным, можно было бы еще сюда соточку влупить. Ну да, но было бы густовато. Не, я бы не сказал. Смотри, какие ряды. Ну да, это... метров 5 по-любому. И у людей есть вообще улей на улей. А у тут меня. Стоят, ну, у меня вот так рядами стоят. У тебя, видишь, тут... хотя бы между ними есть какое-то тут расстояние. Тут что так между рядами? Вот расстояние. Что так между рядами? Так что можно лупить, дай Боже. Что тебе еще тут показать? Ну, больше нечего показать. А скажи, ты будешь через перегородку пускать зиму? Буду. Ну, то есть по три рамки буду силы. Буду небольшое количество, чисто для запасных маток. Чтобы на весну, всегда весной, как ни крути, какой бы дождик. Ты матковод, пчеловод ни был, всегда зимой есть какая-то там матка. Затруднение, да, есть, да, какая-то да. матка какой процент пропадет. Брака есть. Да, поэтому ну, запасные матки всегда должны быть. Поэтому какую-то часть я оставлю. Ну, хотя больше это будет, ну, объединение. Ну, вот, к примеру, в августе месяце, даже вот чуть-чуть раньше, с двух отделений, вот, с двух отделений. Одну матку я заберу, потом беру перегородку и оно соединю в шестирамочник. И в зиму пойдет 6 рамок. Карника очень хороша в этом плане. Она зимует компактно. И проблем не будет. Так что как-то так. Красивая поилочка после ну, дождика. Это поилочка Парк Плюс. Вообще шикарная, мне очень нравится. Вообще Парк Плюс классная. Команда, фирма, компания. У меня много поилочек это. А это компания Фабро. Фабро? Да. А заказывать можно? Ну, там, кстати, люди жаловались, что ты перестал на ящики, на засыпные... На ящики для струшивания пчел брать заказы. Да, не, уже все, пчелами надо заниматься. Они есть. Ну, люди жалуются все равно. Надо сделать, значит, за зиму их столько, чтобы люди могли пользоваться. Потому что я лично пользуюсь. И мне нравится. Тут даже хлопцы из флаг. Пиратский. Анархистский. И логотип. Не, Ваня, на самом деле очень красиво. Жена моя в восторге от красоты. Говорит, что в следующем году огорода у нас не будет. Будет стоять шестирамочник. Ну а зачем сажать картошку, если ее проще купить, а лучше заняться любимым делом. Да. Пчелками. Поставить на огороде пчелок. Кто бы что ни говорил, какая бы цена на мед, на продукции не было, пчелки. Если это наше, то это наше на всю жизнь. А если это так... Поиграться, то, конечно. Вот посмотри еще раз на мой флаг. На флаге написано «Пчеловодство – наш стиль жизни». Если ты пчеловод в душе, в
теле, в сердце, то ты это стиль жизни, как бы ты ни крутил. А если нет, то... Если ты пришел заработать бабок, то не будешь ты пчеловодом. Так что как-то так. Даже вот я тебе скажу честно, вот не кривя душой, многие даже обидятся, возможно. Сейчас цена на мед нипочем, на пыльцу нипочем. Это обычная проверка пчеловодов, так сказать, не знаю. Кто выживет, то нет. Не на вшивость, но кто слаб, кто не слаб, кто любит пчел, кто не любит, кто профессионал, кто не профессионал. То есть, если ты умеешь заниматься, то даже при мизерной цене ты будешь в достатке. Никогда пчеловод не был, так сказать, в минусах. Всегда он был в плюсах. При всех временах пчеловоды никогда плохо не жили. Расширять нужно, наверное, кругозор, да? Мне просто не надо зацикливаться на одном меде или на одних матках. То есть вот я занимаюсь матками, пыльцой, медом, пакетами. Вот в данный момент пакетом. В этом году много пакетов куплено. Вот непосредственно даже с этого точка. Так что не сработал мед, сработают матки. Не сработают матки, сработают пыльца и пакеты. Понятно, что все взаимосвязано. Так, хватит за пыльцу рассказывать. Ты и так навел шороха в Украине. Ничего, теперь из-за тебя все занимаются пыльцой, и пыльца упала в цене. Я слышал об этом. Как Бронислав говорит, меньше рассказывайте за матководство, потому что из-за вас у нас каждый третий занимается матководством. Это неплохо, что занимается матководством. Нет, просто качество. Чем больше людей, это конкуренция. А конкуренция, допустим, у меня нет конкурентов. Почему нет? Потому что я уверен в себе, и это провоцирует меня быть лучшим. То есть следить за качеством и так далее. Поэтому чем больше, как говорится, конкурентов, тем у меня есть стимул быть лучше, то есть работать над собой. Вот я работаю, я могу смело достать шестирамочника матку, я знаю, что она там сеет, я знаю, что она кормленная хорошо, я знаю, что она обогретая. Угу. И так воспиталка сделана в нормальном состоянии. Да, и поэтому я не буду краснеть. Понятно, что это природа, что все, не только все от нас зависит. Матка может быть выведена правильно, хорошо, а в природе не будет трута, погода плохая для облета. И матка будет некачественная, чисто некачественно облетанная, вот так правильно. Угу. Сама по себе матка будет качественная, физиологически, а некачественно облетанная. Все. То есть, от этого никто не застрахован. Даже самый крутой матковод. Поэтому. А все в комплексе. Качественная воспиталка, качественный материал, качественный стартер, допустим. Качественный обогрев, дозревание матки, облет и так дальше. Так поэтому все взаимосвязано. Материала набрал в этом году? Ой, да, очень много. И Бакфаст есть, взял, и карники взял. Я работаю тут, у меня вся карника. Тут у меня в основном матка на точке. То есть тут Бакфаста нет вообще? У меня тут есть Бакфаст на точке, материнка, которая переедет на точок с Бакфастом, потому что получен Бакфаст, подсажен в семью в карнике, то есть чтобы был прием хороший. Угу. И тут, так, в принципе, везде все карника, потому что вывод маток должен быть, я не приветствую, когда на точке много пород, как ни крути, трутень. А далеко Бакфаст отсюда? Если по километражу... На простец, как кажут хлопцы. На простец десь километров 10, 8-10. Ага. По трассе-то 12, где-то 8-10. В общем. Недалеко. Никто в себя в грудь не бьет и майку не рвет на груди, что изолированный облетник. Зачем говорить неправду? Да, обычное, вольное, свободное спаривание. Есть пасеки в округе, как ни крути. Есть лес, где-то тут трои летают. Соседям маток раздаешь? Да тут нет соседей, тут уже пчеловодов нет. Это забитое село, где, здесь все равно рядом, все равно где-то есть, через 10 километров 7 пасеки. Дело в том, что, смотри, я работаю с F1, то есть с породным материалом, угу. С чистопородным. И получается, что в каждой семье у меня F1 сидит. И каждый нуклеус, допустим, дает мне чистопородного трута. И получается, что мало, кроме того, что я вывожу трута, то есть выращиваю целенаправленно от нужных семей, то есть там, где материнка у меня, допустим, еще и каждый, допустим, нуклеус, каждая семья мне дает чистопородного трута. Ну, да. То есть, хочешь не хочешь, трутовый фон сам создается. Угу. Все равно ж где-то есть залетные раи. Где-то посадочки в лесу живут. От этого никто не застрахован.